страны Запада заморозили часть российских активов и валютных резервов. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны. Но вопрос даже глубже. Украв российские активы, они сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечила их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, через долги и обязательства привлекать деньги со всего мира. Теперь же всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности, как в юридическом, так и в экономическом смысле слова.